Мухтара Аблязова никак нельзя экстрадировать в Казахстан, считают гражданские активисты в Астане. Здесь его ждет не только тюрьма, но и пытки. С таким месседжем они пришли к французскому посольству. Мы решили написать письмо послу Франции с просьбой, либо, можно сказать, даже требованием, с тем, чтобы Аблязов не был выдан Казахстану. Гражданский активист Улиген Касенов говорит, что если и судить Аблязова, то только в Европе. В Казахстане не стоит рассчитывать на правосудие. Судебная система выполняет волю определенных лиц и принимает решения, которые угодно властью. То есть мы не уверены в том, что будет совершено правосудие. Правозащитник Булатбек Блялов, который также подписался под письмом, считает, что арест главного оппонента Акарды отрицательно отразится на стране в целом. Если бы он находился на свободе, реальности для Казахстана были бы все равно больше, лучше бы. Почему? Потому что власть бы волей-неволей должна была бы реагировать на его заявление. Власть должна была бы как-то реагировать на то, что как массы отреагируют на мысли Аблязова. Все это время власть так или иначе была вынуждена реагировать на политические заявления и поступки Мухтара Аблязова. Результаты этой многолетней борьбы – закрытие несогласных СМИ, преследование инакомыслящих и ужесточение политических законодательств. Все эти моменты активисты отразили в своем письме.